Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Ну что ж, сегодня распакуем Diesel Spirit of the Brave. Мужской парфюм, который, я думаю, будет очень интересным всем. Так. Господи, вот что значит нет под рукой этой моей любимой пилочки. Так. Ну, открываем. И пилочка нам в помощь. Я так всегда предвосхищаю этот момент, что ж там будет. Раз, два, три. Вау! Какой кайф! И это тридцаточка. Ну вот мне больше не надо, скажите. Зачем мне вот этот массивный 100 миллилитровка, если он никуда не уйдет? А мне для коллекции его очень зайдет, я считаю. Так. Раз, два. Я не буду на себя брызгать, потому что я уже женскими духами надушилась. Или на пальчик. Ладно, на пальчик. Сейчас. На мизинчик. Так, повеяло чем-то горьким, лесным. Очень классный аромат для молодежи, я считаю. Такой вот этот кулак. Насколько я поняла, его рекламирует какой-то футболист очень известный, которого я не знаю лично. А вы знаете, здесь рисунок вот этот вот лев, такой же, как на коробочке. Вот. Кстати, мне часто спрашивают насчет каких-то бэч-код и так далее. Вы знаете, я не, в этом не соображаю. Здесь никто в Канаде на это внимание не обращает. Поэтому я не обращаю. Зачем мне это надо? То есть, как бы, вы боитесь, что вам всунули подделку, но здесь нет подделок. Так зачем мне лишний раз тратить время на какие-то поиски, циферки, когда они мне ничего не приносят? Мне приносит счастье бутылочка и запах. Все. И что скажу? Это очень зеленый такой аромат. Так, фужерный, древесный, свежепряный, цитрусовый, зеленый, амбровый, ванильный, хвойный. Вот я хвою распознала, сладкий и свежий, и немножко сладости. Сделан в 2019 году. Верхние ноты. Бергамот, гальбаном. О, гальбаном, вот она, горечь. Средние ноты, ель, кипарис. Базовые ноты, бобы, тонко, лабданум. Прелесть. Я не знаю, кто его создал, но там в магазине есть еще две версии. Такой вот черный называется тату, и такой серый, прям благородный серый, называется не тату, а что-то там такое. Придется посмотреть. В общем, там Spirit of the Brave и Spirit of the Brave Intense. И мне теперь хочется заполучить вот такой же кулак, только в золоте полностью. Вот это кулак в золоте, это есть интенс. Что могу сказать? Аромат даже на моей коже расходится через время и становится еще даже более интересным. Но оформление стоит всяческих похвал. Я считаю, подарок, например, моему племяннику молодому или там какому-то молодому парню, вау. Да даже мужчине в самом рассвете сил это очень даже подойдет. То есть всем советую. Сейчас я бегу на вечеринку. Встретимся позже. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела. Так, значит, что у нас... Слушай, ты знаешь, как это блюдо называется? Называется chicken... No, it's a pork and vegetables. I don't know. Ну, в общем, свинина и... Свинина с овощами. Мясо курицы с соусом. Так, тащи его сюда. Значит, вот это я все делала. И это тоже я, как бы. Это Гундага принесла, а это девочки. Мы в гостях у Юли. Праздник of lights. Ай, как будто бы это на латышском, на самом деле это на эстонском. Вкусно. Что значит?
птичье молоко. Окей. Пенс. А что на обороте написано? На обороте пассария маэстро. Что, читается с политовки? О, смотрите, какая красота. Вау, это типа как тортик. Как он назывался? Белочка. Помнишь, нам Андрей купил? Какая белочка? Ну, лишь бы у нас... Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.